Здравствуйте, уважаемые покупатели! Сегодня мы с вами поговорим о сверхмощном мобильном подавителе Terminator 65G. Данный подавитель сейчас находится у меня на столе. Давайте посмотрим, что там внутри. Сертификат подлинности, инструкцию на русском языке, набор пронумерованных антенн, блок питания для зарядки 24 вольта и непосредственно сам подавитель связи в чехле. Итак, давайте уберем коробку подальше и подготовим наш подавитель к работе. Что нам для этого нужно? Для начала нам нужно снять колпачки с входа под антенны. Каждая антенна отвечает за свой диапазон связи, поэтому все они пронумерованы. Номера указаны снизу, здесь, и на самом подавителе тоже все входы пронумерованы. Вот, нам нужно закрутить все эти антенны по номерам. Давайте это и сделаем. Итак, мы закрутили все антенны в специальные отверстия. Данный подавитель имеет 12 диапазонов глушения связи. Каждая антенна отвечает за свой определенный диапазон. В инструкции будет указано, какой диапазон на какой антенне. Подавитель может заглушить связь в радиусе до 40 метров. Это будет 2G, 3G, 4G и даже современные сети 5G. Полный список диапазонов, которые может заглушить данный подавитель, у вас сейчас на экране. За счет своей емкой батареи данный подавитель рассчитан на автономную работу до 70 минут. Перед тем, как им пользоваться, нужно его зарядить. Заряжается он с помощью блока питания через специальное отверстие. Сзади устройства есть специальный экран, который показывает индикатор заряда. Показывает он его всегда. Включен он у вас или выключен. Вы можете задействовать как все частоты одновременно, диапазоны, либо с помощью специальных DIP-переключателей выбрать какой-то определенный диапазон. Итак, подавитель у нас заряжен и, собственно, готов к работе. Давайте включим все диапазоны с помощью DIP-переключателей. Итак, у нас все диапазоны теперь в статусе «включено». И важная ремарка. Ни в коем случае не включайте подавитель без прикрученных антенн, иначе он выйдет из строя. Итак, давайте включим наш подавитель и проверим его на работоспособность. Как это мы проверим? Давайте сейчас наберем нашего оператора и проверим работоспособность сети. В службе личной поддержки Теле2. Как мы видим, мы дозвонились. Теперь включаем наш подавитель. Начала работать система охлаждения. Здесь на DIP-переключателях загораются все лампочки. Значит, все 12 диапазонов включены. Экран начал подсвечиваться. И теперь мы можем набрать еще раз номер оператора. Автоматически завершается звонок. Это говорит о том, что устройство работает. Как только я сейчас выключу наш подавитель, связь снова восстановлена. Это один из самых мощных мобильных подавителей связи. Итак, наш обзор подходит к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их на нашей горячей линии, которую видите сейчас на экране. Приятного пользования!